Всем привет, кто смотрит сейчас это видео на моем канале. Ну что, началась новая неделя, начались новые проекты. Сегодня у меня в работе Kia Soul 18 или 19 года. Значит, вот с таким боковым повреждением. Что мы будем делать? Я буду делать репейр этой двери. Я буду делать реплейс этой двери. Как бы ее можно было бы отремонтировать, но проблема в том, что здесь был удар по вот этому усилению, по вот этому биту. И снутри сделала бакл именно на фрейме двери. Поэтому мы не имеем права ремонтировать двери с таким повреждением. Значит, и буду ремонтировать quarter panel, wheel house и так далее. Но я заказал дверь, и я буду ждать дверь. Мне нужно будет две двери выставить. Время есть, и я хочу немножко подтянуть, простучать, чтобы немножко как-то ускорить эту работу. Я не пытаюсь как-то сохранить клипсы. Я их срываю, потому что я получу новый этот rocker panel. Этот потертый, и поэтому мне нет смысла его как-то сохранять. Значит, что я сделал? Те пузыри, которые я понадувал, я простучал, и у меня стало практически на место вот этот бодилайн. Сейчас в шапе плюс 35. Тепло. Флоридское лето началось. Вот что у нас получилось за 30 минут работы. Верхолка готова. И можно шпатлевать, но я хочу дождаться вот этой двери, чтобы... Nice.
Я делал эту рыхтовку без двери. Вот что получилось у меня. Thank you.